повременил бы с отставкой, если бы знал, что досрочные парламентские выборы перенесут на более поздний срок. Об этом бывший премьер Ион Кику заявил в эфире «Примеле Штирь» на телеканале «Прайм». Ați fost obligat să plecați din funcția de prim-ministru la finele anului trecut? Da, circumstanțele m-au obligat. Dacă ați fi știut că se va tergiversa declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, ați mai fi plecat din funcție? Да, Саун. Бывший глава Кабмина выступает за то, чтобы досрочные выборы провели по смешанной системе. Мы уверены, что не сможем восстановить гражданский мир, пока не пройдут досрочные парламентские выборы, пока все не убедятся, что новый законодательный орган будет избран в демократических условиях, по системе, измененной в 2019 году. Кику говорит, что сформированная им партия развития и объединения Молдовы примет участие в выборах. Nu tolerăm populismul. Deci fiecare din partidele active, cel puțin care Мы не терпим популизма. Каждое активное формирование, которое есть сейчас на политической арене, выступает перед избирателями с невыполнимыми обещаниями. Тройное увеличение пенсий, зарплаты в 1000 евро, а все это завтра. Мы не будем давать таких популистских обещаний. Когда надо называть вещи своими именами, мы это делаем. Партия развития и объединения Молдовы была официально зарегистрирована неделю назад. Это формирование правоцентристского толка, которое разделяет христианско-демократическую политическую доктрину. Ранее Ион Кику говорил, что главная задача партии – создать все условия для европейской интеграции страны.